Flashback. Вспышка памяти. Одна из самых знаменитых компьютерных игр, переведенных на все типы приставок. Главное ее достоинство — это уникальное сочетание платформенной аркады и квеста. Герой игры Конрад Харт оказался единственным, кто узнал об инопланетном вторжении на Землю. После боя в космосе он очутился на странной планете среди джунглей, и самое главное, у Конрада отшибла память. Задача проста — восстановить память и остановить злобных ксеноморфов.